На Тайвань всего за сутки обрушилось сразу два тайфуна. Такое произошло впервые за последние 50 лет. В выходные на остров пришел тайфун Нисад. Скорость ветра достигала 180 км в час. В результате непогоды пострадали более 100 человек. Десятки тысяч домов обесточены, закрыты школы и госучреждения, не работает метро, нарушено авиасообщение. Жители уезда Пиндун говорят, что уровень воды доходил до второго этажа. Было действительно страшно, все произошло неожиданно, очень внезапно. Вода прибывала и прибывала. Я живу на втором этаже. Я вернулся только сегодня утром. Мой скутер был погружен в воду. Я не мог к нему пробраться, чтобы вытащить. В понедельник на южную и центральную части Тайваня обрушился второй тайфун – Хайтан. Он принес на остров новые наводнения и оползни. Некоторые города остаются парализованными.